Здравствуйте, меня зовут Настя, и я выбрала своим центром предвузовской подготовки Университет науки и технологий Дзянсу в направлении науки. Ну, конечно, будет непросто, но если ты этого хочешь, у тебя будет такое вдохновение, и тебе будет даваться все проще. После обучения, в идеале, конечно, я бы хотела открыть свою лабораторию по разработке лекарств от рака и СПИДа. Это прям моя мечта. Первым делом по приезду я посещу набережную в Шанхае, потому что там открывается прекрасный вид с морем огней, особенно вечером. А также я покушаю вкусненьких баоцзы. Я хочу пожелать себе и всем будущим студентам CCN не идти на поводу чужой мечты и всегда идти к своей цели. Я CCN-овец, потому что хочу получить качественное образование международного уровня.